едем на северо-восток. Вот такой здесь вид открывается. Попробуем перейти. Там впереди вроде лес есть. Конечно, тут во всех сторон звук идет. Прям брачный период этих кузнечиков. Тут непонятно, какая-то полоса идет. Что-то кто-то или человек, или природа сотворила это. Вот перед нами перевал идет. Резкий спуск. И там вдалеке какой-то звук идет. Вроде речка есть там или еще что-то. Сейчас спустимся, посмотрим. Вот мы уже спустились почти. Очень сильный звук воды идет. Вот тут прямо справа какая-то оргия насекомых идет. И с той стороны там пиршество какое-то. Сейчас мы спустимся. Ну, короче, наклон вообще резкий. Тут минимум 40 градусов. Спускаться очень тяжело. Скользко. Вот так спускаемся. По чуть-чуть. Почва вообще сухая, ни одного гриба, ничего не видно. Сосновый лес. Почти спустились. Вон мы оттуда пришли. Очень громкий звук. Интересно, что здесь? Водопад или речка идет? Что за запах здесь, Искандер? Не понял, только что почувствовал. Тут дерево упало, и вот его труху спустились. Перевал. Полностью по скалистой местности идет прозрачная, кристаллически чистая водичка. И, короче, подхожу к воде, а здесь крабы ходят. Не пойму, откуда здесь вообще крабы взялись. Искандер, где сухой краб? Покажи его пока. Мы попробуем молодого поймать. Ну вот, на берегу. Поверни на меня, дай-ка. Вот, череп краба, не, краба, ничего себе. Как он вообще в горах очутился? Что за вид? Сейчас мы попробуем его поймать, живого, а потом определим. Вот она. Живой? Да ты что, ты палец не откусил? Вот, смотри. Вот живой краб. Камень убрал. Где он? Не пойму. Вот он на камень похож. А, вот он на камень похож. Он живой, живой. Давай, давай, доставай. Поверни сачок, что ты делаешь? Доставай его на землю. Нифига себе. Что за вид, интересно? Аккуратно щупальцами палец, слышишь? Они даже порезать может он. Смотри, охереть. Смотри, чтобы он тебе руку не порезал. У него что-то во рту есть. Давай его на берег. Капец. Кроме крабов, есть тут что-нибудь еще? Еще поищем. Аккуратно вот так цапнешь, что вместе с мясом оторвет. Ну, поставь его. Не уверен. Убери сачок. Да, боком идет, смотри. Ты какой крупный. Слышь, тебе не страшно было на руке держать? О, он быстрый какой. Ты еще одного поймал? Еще один. А ну дай я тоже подержи. А ну сними-ка. Снимай. На меня, на меня. Здесь такой водоемчик. И
полностью он забитый крабами. Ну там так не различить, они маскируются под камень. Кроме крабов ничего нет. Шустрые. О, побежал. Сколько их там? Аккуратно с этим. Это что такое? Без крешни? А ты сразу цепляешь. Да, крешни потерял. Покажи. Подожди, не фокусируй. О, оно глазки вытянул, да? Да его красивый. Очень, я вообще не ожидал краба встретить здесь. А ты он пытается откусить тебя. Не больно? Подожди, держи. Вот такие зубчики у него. Одной клешни нет, да? Сколько у него? 8 ножек, да? Может, сварим и поймаем? Вот мой брат нашел. Размер впечатляет. Мы такого еще живого не находили. Даже глаза сохранились. Вот такие клешни. У меня маленький палец цупнул. Прикинь, что будет, если вот этот укусит. Я крупных видел, они аж с костью вместе ломают. Вообще, вообще это красивая такая. Ну что, глаза сохранились? Ушел? Ох, он руку мордан? Конечно. Все, кровь есть. Кровь со стороны. Нет, это не кровь. Это самый крупный, что мы поймали. Смотри, что он убежал. На мелководье. Пальцы больше не суй. Я тебе объяснял. Смотри, какой он крупный. Давай туда, подальше. Брось его на сушу. Пусть идет. Вот сюда, отсюда. Смотри, какой. Пальцы не суй. Все, ставим его на сушу, он побежал. Идет боком, развернулся. Прикинь, встретить на горе крабов, это вообще, кто такое мог представить? Сломай его ничего. Давай, давай. Откапывает себе норку и сидит там потом. Потом вместе мы его определим. Все, что ли? Ты так спрятался? Я же тебя вижу. Давай дальше. Давай, 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 давай. Ищи другое место себе. Ну ладно, если другое место нашел. Отсюда остатки краба, ножки, клешни. Вот он какой. Здесь у них какой-то противник есть, я не знаю. Ножки валяются. Жалко, очень холодная вода. Можно было бы искупаться. Пойдем вдоль маленькой речечки, посмотрим, что там найдем. Какого натуры краба, а? Так, перешли на эту сторону. Здесь кто-то делал мангал. Нашел себе местечко, конечно. Здесь речка заворачивает. Снова разлив, очень красивый.
Там дальше она сужается. Мне тут сказали, что еще маленькие рыбки тут есть. Но поймать не получилось. Скорее всего, это горная форель какая-то. Вон какая-то жабочка сидит. Вода у нас осела, да, там? Да. Где твоя вода? Бомба, супер, дает. Где вот это? Вот, мы поднялись, речка вон внизу идет. Встретили какое-то географическое сообщество, вон 100 человек где-то. Вон они идут, далекие, с палочками своими тыкают. Они, наверное, на другую сторону выйдут. Мы идем вот туда наверх, посмотрим, может что-нибудь есть интересное.